Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Дана. Выходит из биоробота. И если в биороботе находится еще копия или голограммы, все чужеродные выходят и становятся рядом. Не голограмма. Вот. Отлично. Берем голограмму в сетку, защищаем физический биоробот защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Анастасию в защитный скафандр на время работы. И вместе с тонкой копией Анастасии и голограммой поднимаемся вверх к нам в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, отправляем голограмму в клетку-тюрьму. И мы приветствуем Анастасию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ну, доверит, да. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Анастасии, под ногами. Все 7 тонких тел Анастасии находит все. Не демон, инкуб. Дракон, рептилоид и грей. О, репт и сколько греев? 3. 3 грея. И над неорганическим загорается ярко-красная лампочка. На 1. 1 робот, значит, с ними. Хорошо. Так, хорошо. Объявляя всем программу, вы обнаружены. Сегодня происходит чистка Анастасии по ее волеизлиянию. Мы здесь находимся легально, вы находитесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии, мы отдадим вам всю темную энергию, заберем у вас всю светлую. После этого я провожу проверку 2 миллионами. И после этого вы выходите, достаете все, что вы оставили в теле. После этого я делаю проверку. 2 миллиона герц. Все, кто проходит проверку и ничего не оставил, те уходят на свою чистоту безболезненно. Те, кто не пройдут проверку, уже никуда не уйдут, кроме галактического ядра. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо. И переходим к процедуре реверса. И я даю команду тонкой копии Анастасии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, в сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Анастасии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, считай, пожалуйста, цифры над головой демона. 14. 14-герцовый демон, а что ты здесь делаешь? Скажи-ка мне, кто-то приглашал с тобой, кто-то контракты заключал какие-то? Нет контрактов. Нет контрактов. Как долго ты находишься в биополе, Анастасия? Плотно сижу 2 года. На какую эмоцию? До этого ходил и выходил. До этого ходил и выходил. Хорошо. Ты выходил в квартире, да? Я понимаю, там портал есть, да? Есть. Хорошо. 2 года. Ты привел инкуба? Сам пришел. А что ты был ответственный эти 2 года? Вернее, меня больше интересует, на какую эмоцию ты зашел. Что там было за состояние, что тебя притянуло? Глупая она. А ты умный? Совсем не видит вокруг нее, что творится. Объясни. Полет мыслей. Мне нужна конкретика.
В друзьях врагов видит, врагов привечает. Ну да, это умным, безусловно, трудно назвать. Хорошо. Так, Инкуб, как долго ты сидел в этом биополе? Год. 1 год. Вера, как реверс? Идет. Идет. Хорошо. Так, какой у нас дракон в клетке? Красный. Одна голова? Одна. Как, читай цифры над головой, пожалуйста, у него. 538. Хорошо, красный дракон. А что это за голограмму ты там не установил? Подключил ее к своим энергиям. И какой эффект это был на физическом плане для нее? Усталость. Что? Усталость только? Только усталость? Выкачивал из нее. Какими действиями ты выкачивал? Она должна была производить пустые действия, чтобы ты мог выкачивать что-то. И какими действиями пустым ты ее подтолкнул? Маску одел на нее. В общем, он показывает эту голограмму, она как, ну, грубо говоря, как копия, но она должна была улыбаться, что-то делать, то, что она... Не создавать должна. Иллюзию какую-то. Понятно. Но это называется насилие над собой. Это, кстати, очень такая страшная вещь, которая притягивает как раз вот более низковибрационных сущностей. Например, демоны тоже любят такую энергетику, когда человек против воли что-то делает. Так, демон, дракон, сколько ты находился в биополе? Он говорит, и я и нахожусь. Ты сейчас в клетке находишься. У тебя есть 2 варианта. Или ты в клетке останешься, а потом уйдешь на свою чистоту, или ты из клетки уйдешь в галактическое ядро. 5 лет он находился. Я тебя сразу предупреждаю, дракон, не шути со мной. Или я тебе сейчас включу печать дракона на полную мощность, и у тебя голова треснет. Поэтому отвечай на все мои вопросы, не вопросами, абстрактными ответами, а напрямую, как я это спрашиваю. Тебе это понятно? Ну, понятно. Он говорит, откуда у тебя печать дракона. И достаю печать дракона. 1, 2, 3. И включаю на полную мощность. Он просит остановить. И... выключаю. Убираю печать. Он говорит, что я тебе верю. Мой вопрос был, откуда она у тебя. Хорошо. Вопрос был, уровень мне позволяет мой иметь такую печать. Для моей работы мне эта печать дана для того, чтобы исполнять мою работу. У меня есть на каждую сущность, на каждую свое оружие. Поэтому я пытаюсь всегда сначала договориться с вами миром. Я очень не люблю, когда из меня делают идиота. Это я всем сразу объявил. Вот рептилоиды Грей, они наверняка об этом уже знают. Вы знаете меня, Грей, и Веру? Не знают. Знаете, вот видите. Хорошо, давайте, Грей, рептилоид. Как долго вы находитесь в этом биополе? 3 года. 3 года. Вера, реверс у нас закончился? Да. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Анастасия забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Анастасия себе обратно. Она хозяйка своих энергий и возвращает все свое себе обратно. И на счет 3 выстраивай канал голограмме. 1, 2, 3. И, забирая всю чистую и светлую энергию на чистоте Анастасии, возвращается к ней назад. Да, будет так, а так и есть. Ну, от голограммы идет поток тоже ярких эмоций. Радость, счастье, человеческая энергия идет. А вот... А какого цвета энергия? Человеческая. Человеческую. Ой, дракон, дракон, что ж ты такое наделал? Как же ты мог живую человеческую энергию воровать? Неужели тебе не хватало энергии чакр? Говорит, что это обмен голограммы. То есть в голограмме должна присутствовать и энергия. Но не в таком же количестве. Иначе, говорит, кто ей поверит. Кто ей поверит? Хорошо. Значит, рептилоид с Греем сидели 3 года. Грей, что вы установили в биополе? Вернее, что эти конструкции, которые вы установили, какую они реакцию в ней вызывали? Они говорят, что она подключена к какому-то эгрегору, и они сосали эту энергию. Да ты что? Вот скажи мне только, что это какая-нибудь тета-хилинг или какой-нибудь космология. Вот такого плана? Биополя. Биополя. А это ваша наука, в кавычках? Это вы придумали? Нет, люди придумали. Но нам очень удобно. Она собирает энергии других, а мы собираем ее.
Я понимаю, я много видел просто эгрегоров, из тех, которые откровенно канал выстраивает, и от этого эгрегора он идет там в темные цивилизации. Вот. Но ты сказал, что это придумали люди. Вот я, у меня сомнения, люди ли это придумали? Или им подсказали так придумать? Может, это не случайно, может, это организовано? Была такая наука придумана. Агри? Это не наука. Это направление или как это? Что это? Есть энергетические поля, которыми люди могут пользоваться. Да. Кто-то обучает этому, естественно, создавая какой-то эгрегор. Безусловно, конечно. А вы научились подключаться к этому, да? Так и есть. Можно ли, будет ли правильно сказать, что благодаря вот этим чисткам полям вы и входите в биополе? Нет. А почему? То есть есть те, кто занимается этими же чисткими полями, но вы в них не входите? Есть чистые поля. Есть чистые поля. Хорошо. И... Угу. Тот, кто этим занимается, он знает, что делает. А есть любопытство. А, вот как. И нехватка информации. Понятно. Реверс закончился. Хорошо, отлично. Благодарю за ответ. Переходим к процедуре вытаскивания. Все, что вы оставили в биополе. И я даю команду. Сейчас выходит Грей, рептилоид, я прошу проследить, чтобы они все вытащили. И приступайте, вытаскивайте все, ни одного проводочка не оставляйте, проверку и докладывайте о готовности к проверке. Приступайте. У меня подключка по рукам и голове идет. Плечи, руки, голова. Снимают они все. Хорошо. Готово. Отлично, хорошо. Так, я прошу сейчас красного дракона выйти, вытащить все свои платы и подключки, которые он оставил в биополе Анастасии, и доложить о готовности к проверке. Приступай. Он голограмму от нее отключает. В его интересах. В глазах что-то достает. А что ты ей в глаза там вставил? Какие там картинки показывал дракон? Говорит, что я сам смотрел. А что, тебе интересно так? Точно живете. Абсолютно верно. Так и есть. Собрался. Ну, благодаря вам не так уж и скучно. Хорошо. Так, выходит сейчас инкуб и достает все, что он оставил в биополе Анастасии. Все свои ленточки, ошейники, корсеты, все, что он там оставил. Демон, скажи мне, есть ли лярвы на теле у Анастасии? На сердце лярва есть. А откуда она там появилась? Ты не в курсе? От переживаний постоянных? Или кто-то помог? Нет, это ее переживание. Хорошо. Только на сердце или еще где-то есть? Только на сердце. Хорошо. Хочет эту лярву получить? Хочет. Хорошо. Когда твоя очередь придет, я тебе дам команду. Инкуб все снял? Да. Хорошо, демон. Я прошу тебя выйти сейчас и вытащить все, что ты оставил в биополе. И расскажи, что ты там установил, чтобы Людмила, Анастасия знала. Анастасия, чтобы была в курсе, что у нее там болело и за что ты был ответственен. Я полагаю, это ноги, скорее всего, да? Нижняя часть. У меня ноги и кисти. И кисти. Как это ощущалось? Опухшесть? Или это боли были? Или тянуло? Или как? Ну, твоя работа на физическом... Это тяжесть. Не хотела ничего делать. А, вот как. Тяжесть. Не хотела ничего делать. Отлично. У меня такие толстые подошвы какие-то. И высокие сапоги он снимает. Это эти готы ходят в таких сапогах. Все снял. Демон, я тебе разрешаю снять лярву с сердца, ничего не оставляй. Сердечные какие-то переживания у нее. Давно лярва. Старая лярва. Хорошо, Анастасия, вы видите, как сердечные переживания, оказывается, отражаются на тонком плане. И просто так оно само не уйдет. От этого у вас потом болит в области груди и сердца. Собрал все. Хорошо, всех благодарю. Так, сейчас я даю команду на счет 3. Включаю Анастасии белый свет. 1, 2, 3. И выдавливаю из нее все, что осталось на чистоте демона, инкуба, красного дракона, рептилоида, игры. Все их остаточные энергии на счет 3 начинают выходить. 1, 2, 3. Полностью все выходит. Намотался шар у нее, как наэлектризованное что-то вышло. Вот, замечательно. Открывается внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй.
Хорошо. И я даю команду на рассинхронизацию на счет 3 Анастасии, энергии Анастасии с энергиями демона, инкуба, дракона, рептилоида и греев. 1, 2, 3. Заканчивается автоматически. Устала она от них. Надо понять причины всегда, Анастасия, чтобы знать в следующий раз не допускать таких ошибок. Поэтому они, все интерференты вам рассказали, на какие вибрации, эмоции они зашли. Вот, это не страшно. Это все можно, если победить, если работать постоянно над собой и верить в свои силы. Хорошо, мы здесь закончили. Хорошо, я сейчас подхожу к Анастасии, кладу руки на плечи и помогаю ей, моей собственной энергией, произвести импульс высоковибрационного удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, отлетают, открывается портал в галактическое ядро, и они улетают все в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Она почти пустая. Вот с помощью твоей энергии каналы сожглись. И она говорит, я тоже хочу такую силу иметь. Хорошо. Так. Готова? Готова. Хорошо. Давай сейчас я подхожу к ней, даю 150% энергии. 1, 2, 3. Пошла энергия, необходимая для работы дальше. Готова. Хорошо, отлично, все. Так, мы начинаем отпускать. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Я сейчас буду вас отпускать. После этого вы не можете больше зайти в это тело. Если вы зайдете в это тело, мы будем его охранять. То есть я через 10 минут узнаю о вашем присутствии. И тогда я вытащу второй раз вас в клетку. Тогда я не буду таким добрым. Тогда будет конкретно идти страшнейшее наказание за рецидив. Найдите себе новое место обитания, больше не приходите в этот биоробот и живите спокойно. Вам это понятно? Да, им понятно. Хорошо, я хочу получить еще слово красного дракона, то, что он больше не придет в это биополе. Даю слово красного дракона. Очень разумно, благодарю. Хорошо, и дракон готов уходить? Все равно ты все про нас знаешь, готов уходить. Не знать, что все знают. Я знаю много. Но, ты видишь, общаюсь я с тобой вежливо. Так, как ты кооперируешь. Это такое не всегда случается, но я уважаю, когда со мной обращаются вежливо. Ты обращался вежливо. Так что у меня к тебе претензий нет. И все сделал то, что я тебя просил. Хорошо, дракон. Я прошу тебя больше не приходить в это тело. Ты это понял. Все. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит безболезненно на свою чистоту и забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, инкуб готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, демон готов уходить? Он говорит, что уйду, раз надо, открывай. А ты мне одолжение сейчас сделаешь или как? Я могу тебя отправить в галактическое ядро, если тебе так больше нравится. Ты мне скажи. Куда тебе больше хочется, если говорит, надо. Говорит, что это не одолжение. Вот. Абсолютно верно. Это не одолжение. А это приказ. Все, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, рептилоид, ты готов уходить? Готов, да. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И рептилоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так, и Грей у нас остались. Хорошо, Грей, вы знаете, те, кто... у нас есть договор. Первый раз. Беспроблемно отпускаю вас на свою чистоту. Вы не обманули, вы кооперировали, вы не прятались. Поэтому у меня нет никакого повода сжигать все, что вы с собой принесли. Вы это можете с собой забрать. Но больше в это биополе не приходите. Вам понятно, да?
Понятно, да. Открывается наверху против часовой стрелки на частоте Грея в портал 1, 2, 3. Грей забирает все, что они с собой принесли, и уходит безболезненно на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Клетка у нас пустая, Вера? У нас голограмма от дракона. Отлично. И под ней открывается портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Эта голограмма улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, поехали дальше. Переходим на... по частотам пошли. Хорошо. И я говорю вслух, и она посникает каждое слово и повторяет за мной. И я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, выражаю это намерение своей души и личность. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Прочитала она? Ты знаешь, она прочитала, и читает она его не первый раз. У нас за комнатой, не в комнате, за комнатой, Ли, вот как она на связи выходит, она да. наблюдает за ней, она ее знает. Ли? Да. Ли, может войти в комнату, и мы приглашаем сердечно? Она просто на связи, и она говорит, что сами все увидите. Я не ее куратор, у нее свой куратор. А, все понятно. Хорошо, благодарю тебя. Все, мы тогда дальше работаем. Она прочитала манифест, да? Она прочитала манифест, она знает манифест, она его не первый раз читает. И идет какая-то информация, что этот манифест, он какой-то межгалактический, его... Но не только на Земле читают души. Но с Земли души читают, что да. воплощаясь куда-то, этот манифест, он как... Универсальный. Универсальный, да, межгалактический, вот Ли подсказывает. И она с ней работала раньше, вот. Вот как. Понятно. Ли, а у меня по этому поводу тоже был такой вопрос. А мы с тобой никогда раньше не работали вместе? Она говорит, что напрямую нет. Но мы мы были знакомы. У меня такое ощущение, что мы знакомы были. Как? Вы знали о присутствии друг друга? Знакомства нет. Она простраивает цепочку. То есть у тебя была своя задача, у нее своя. То есть ее задача — это именно межгалактическая полиция и курирование вот этих работников этой полиции. А моя работа какая, если можно спросить? А твоя работа была другая. А какая, не скажешь? Технический момент. Хорошо, благодарю тебя. Наступит время, когда-нибудь будет технически желание. Технически она имеет в виду это, что-то связано с данными, в общем. Понятно. Хорошо. В принципе, я и в этой жизни этим занимаюсь. Отлично. То есть я работал тоже в межгалактической полиции, получается, как-то, нет. да? Нет. Другие структуры. Другие. Хорошо, все, оставим этот вопрос. Речь не обо мне. Благодарю тебя, Ли, и за эту информацию. Поехали дальше. Хорошо, эмоциональный фантом. У нас что? Где мы остановились, Верочка? Манифест прочитали. Манифест прочитали. Поехали. И выходит эмоциональный фантом. Но у нее много. Хорошо, она готова это сбросить? Да, готова. Открывается воронка против часовой стрелки и производим сброс всей этой низкой вибрационной энергии, эмоций, мыслей на счет 3. 1, 2, 3. Пошел сброс. Готово. Хорошо, переходим к закачке энергии вибрации. Подсоедини тонкую копию к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую Анастасия получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии нужно Анастасии и какая частота вибрации максимально комфортная для ее биополя до полного восстановления и корректировки. Ее нужно дополнить до 320. И частота? 28. И на счет 3 в макушку головы Анастасии начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Частота и вибрации поднимаются до числового значения 28 Гц. Пошел подъем. Энергия закачивается, у тебя идет информация, что ты работал в структурах по обработке данных, на основании которых вот потом Ли работал. Закончилось. Благодарю.
За эту информацию синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. То есть, скорее всего, это аналитический какой-то отдел, да? С аналитикой. Да. Ну, вот я себя чувствую очень хорошо. Само по-другому выглядит сам отдел. Ой, и чего же я его бросил? Там же так хорошо было. Гармонизировались. Отлично. Поехали дальше. Так, переходим к защите. Поле 1, 2, 3. Она говорит, это как глоток свежего воздуха. И никакие поля чистить не нужно и подключаться к ненужным эгрегорам. Всем стоит этот инструмент, всем душам. В их распоряжении надо только уметь пользоваться им. Готово. Отлично, хорошо. И пусть тонкая копия Анастасии вспомнит самый счастливый момент и даст в жизни и даст нам числовое значение. 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Анастасии до значения 600 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Итак, Анастасия, мы закончили чистку. Как вы себя чувствуете? Она говорит, да хорошо чувствую, не могу себя понять, как я могла забыть все это. Хорошо, вы хоть знали, другие этого не знают. Отлично, вспомнили уже полдела. Отлично, хорошо. Так, мы закончили чистку, у нас остались сейчас вопросы к куратору. У нас Арктура. Арктур? Хорошо, да. Мы приглашаем куратора или учителя Анастасии к нам в комнату диагностики. Уважаемый куратор или учитель, придите, пожалуйста. Мализа. Мализа? Да, она говорит, я знаю ее. Замечательно. Снимаются все маски и голограммы. И всегда хорошо. Знала. Вы учитель или куратор? Кто вы, Мализа? Куратор. Куратор. Замечательно. Меня зовут Влад, это Вера. Перед вами ваша подопечная. Мы сегодня производили ее чистку по ее воле, излиянию. Убрали всех интерферентов, и она оставила 10 вопросов, которые она хотела бы задать вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Она приветствует. И у них идет диалог здесь. Отлично, рассказывай. И Анастасия говорит, что я представляю, какие дурацкие вопросы я там написала. И так все понятно здесь. И она ей говорит, что спасибо, что достучалась до меня. И Мализа говорит, прекрасно, что ты вспомнила. Итак, Мализа, она из с Арктура, да? Да. Вы тоже, да? Да, приятно познакомиться. Очень приятно, привет вам от Пледианца. Благодарю вас за то, что вы пришли. И давайте тогда начнем по этим вопросам отвечать, какие бы они ни были, она их задала. Конечно, я отвечу с удовольствием. Итак, кто я, откуда я и зачем я здесь? Душа с Арктура. Проходишь свой земной опыт получения эмоционального спектра твоей души. Да, мы видели этот огромный шар этих эмоциональных, в основном негативных энергий, которые мы только что скинули в галактическое ядро. Она их успешно все насобирала. Ну, не надо так говорить. На Земле много позитива. Конечно. Если не выходите из дому. Вы правы, абсолютно. Я шучу, Мализа. У меня такое чувство юмора, поэтому я тогда перехожу к следующему вопросу. Традиционный вопрос. Высшее я на каком уровне находится? 10. Сколько процентов негативной энергии она уже набрала в этой жизни? 23. И сколько кармических узлов она прошла и сколько осталось? 3 осталось. Два прошла. Отлично, хорошо. Я перехожу к следующим вопросам. Все говорят, полюби, прими себя и делай, что хочется тебе делать. А как научиться этому? Как полюбить себя? Как начать слышать себя? Что это? Книги,
обучение, где искать информацию. Обратиться внутрь себя, поприветствовать себя, услышать ответ и понять, что ответ пришел изнутри. Сейчас, когда ты знаешь и вспомнила, откуда ты, все встанет на свои места, пазл сложится, как вы это говорите, и будет легче двигаться дальше. Насчет книг и информации все верно. Не все правда, но кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Не так ли вы это интерпретируете? Абсолютно верно. У вас отличная информация. Нужно фильтровать и анализировать. Не обязательно всему верить, но лучше знать. А еще можно перед собой устанавливать информационные фильтры, которые фильтруют ненужную информацию, которой у нас очень много. Я вообще рекомендую людям перестать смотреть телевизор, потому что этот, в принципе, объект и был создан для того, чтобы нам передавать и зомбировать нас этими новостями, этим негативом, вызывать нас негативные энергии и вибрации. То есть заглянуть вовнутрь, как вы это абсолютно правильно. На сегодняшний день, кроме телевизора, у вас очень много разных источников. Книги, журналы, интернет, даже хроники Акаши доступны для вас. Абсолютно верно. Информации очень много. Это то, о чем я говорю. Вы можете... Даже я сейчас несу свой слой информации. Я говорю о том, что можно знать многое, не обязательно всему верить, но изучать нужно. Даже неправильные вещи надо. Я тоже изучал очень много неправильных вещей для того, чтобы знать, какие из них правильные, какие неправильные. Это путь познания, это путь роста духовного. Сердце подскажет, я скажу так. Каждый человек внутри знает, что такое правда, а что неправда. Чем больше информации, тем больше у вас опыта, и тем больше того, из чего можно выбрать. Благодарю вас. Я перехожу, уважаемая Мелиза, к следующему вопросу. Какое вы мое... Еще называете это материал, с которым можно работать. Продолжать. Сейчас вы интересную вещь сказали, конечно. Да, материал, с которым можно работать, есть такая вещь. Итак, третий вопрос. Какое мое предназначение на планете Земля и как я могу проявить, и как я это могу проявить в мир? Откуда брать знания? Очень много информации здесь. Как выбрать ту куратора, ту, которая твоя? Очень много информации, как выбрать ту, которая твоя? Ну, мы только что об этом говорили. Мы только об этом говорили. Хорошо, я... Перехожу к следующему вопросу. Я бы хотела добавить по поводу кураторов и учителей, да, земных. Пожалуйста. Не надо возносить их до степени божества. Ты сама можешь стать учителем в какой-то момент. И это не надо забывать. Вообще ничего нельзя возносить в ранг божества. Это очень опасный путь. Он делает слепым людей и исключает любую возможность альтернативы. Это я от себя добавил. Я прошу прощения, уважаемая Мелиза. Я продолжаю тогда дальше. Еще доверие. Доверяя кому-то, ты разочаровываешься. Чтобы избежать этого, нужно брать информацию, а не искать учителя, который поведет. Она в состоянии сама стать себе учителем. Все у нее для этого есть. Души с Арктура очень развитые, души, космические души. Мы встречались неоднократно с представителями Арктура. И у них... очень серьезная защита. Если она научится ей владеть, она перестанет думать о интерферентах, но для этого ей надо пройти какой-то определенный путь. Хочу добавить по учителям. Пожалуйста. Есть много прекрасных людей, которые несут свои знания. Я хочу сказать, что нужно брать эти знания, как я уже сказала, как кусок какой-то информации и анализировать его. Все эти знания на основании их опыта. Что-то послужило для того, чтобы выдать эти знания. У тебя свой жизненный опыт, и он не всегда гармонирует с чем-то чужим опытом. Поэтому нужно знать информацию, можно брать чей-то опыт и знания, но анализировать, подходит ли он тебе, твое ли это. А для этого нужно изнутри узнать себя. А это уже интуиция также, которая подскажет человеку, которая информация ей полезная, как
какая не полезная. У нас, к сожалению, уважаемая Мализа, очень много на Земле лженаук, а также наук, которые принесены космическими цивилизациями для того, чтобы отсасывать у нас энергию. Люди, очень многие, не понимают этого. У нас даже музыка есть такая, которая подключает людей к ящерам. Есть роботы, которые приходят на техномут, потому что они говорят, это наша музыка. Вот, и я все ее... это знаю, я плотно общаюсь с Землей. Уважаемая Мализа, я не для вас сейчас, я для рассказывал также и для вашей подопечной, для Анастасии, чтобы ей было потом легче понять. Я, безусловно, у вас огромный пласт опыта и так далее, но я перевожу ей на наш простой язык, для того, чтобы она поняла, как, ну, прошу прощения. Как я найти бы хотела эту информацию. Добавить, пожалуйста. Я бы хотела добавить, прежде чем идти за каким-то учителем, ты должна изучить слой информации, который он несет. Вот за эти слова я вас благодарю сердечно. Это очень правильный совет. Разберись сама, посмотри, и твое внутреннее, и твой живот подскажет. У нас говорят живот. Внутреннее я твое подскажет, твое чувство. Стоит ли тебе живо. Этим... Что-что? Живо. Жива, энергия жива, конечно. Да, абсолютно. Это верно. И есть живот. А-а-а. Дополнительный ресурс, который включается в правильный момент. Поэтому мы чувствуем всегда вот это чувство в животе, когда говорят, животом чувствую. Вот откуда оно идет. Сегодня вы и я чему-то научился. Благодарю вас, уважаемая Мализа. Я продолжаю тогда, если вы закончили. Поехали дальше. Пятый, вот, я знаю, что я могу что-то большее перенести в этот мир. Что я могу? В каком направлении мне проявляться и какие у меня таланты? У тебя много талантов и проявлений. За что бы ты ни взялась, ты будешь развивать это до того момента, пока у тебя есть интерес. Это может быть спорт, это может быть цифры, это может быть гуманитарные науки. Я бы посоветовала больше уделять внимание знакам вокруг тебя, словам, которые, может, тебе не знакомы пока, но приходят почему-то к тебе. Не отталкивай их, изучи, что это, может, это путь. Случайно ничего не приходит. Благодарю вас, уважаемая Мализа. Вы закончили? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Я чувствительный человек. Получила профессию мастер разборов и иногда работы в энергетическом поле. Автор методики Инна Тлиашинова. Насколько данная методика подходит мне? Экологична ли она? Кто что стоит за этой методикой? И какова цена информации, которая дает в кавычках поле? Напомню, мы вытащили рептилоида с Грэмми, которые сидели 3 года там, и которые отлично зашли на эту систему полей, как они объяснили. Я хочу просто объяснить, что пожалуйста. Такое энергетические поля. Вся семья, Земля имеет свое энергетическое поле. Все мысли, слова, действия, подсознание – все это уходит в эти поля, чтобы вы понимали, какая там плотность и какие там эмоции витают. О, да. Океан эмоций, океан мыслей, океан всего. И люди хотят идти. Я не понимаю. Надо это этим... с чем ты работаешь. А это вообще, насколько эта методика эффективна и экологична? Я не буду говорить за методику и за ее эффективность. Хорошо. Это должна сделать... Анастасия или тот, кто занимается этим. Как я уже сказала, изучи сперва этот вопрос, а потом уже ныряй. Хорошо. Пусть тогда найдет ошибку, где подключился рептилоид с Грэмми. Я так скажу, 3 Грея и 1 рептилоид. Вот они пришли на вот это учение. Может быть, что-то было неправильно сделано, может и учение неправильное. Я не сужу ни о чем, ни в коем случае. Я просто говорю... Я тоже не сужу. Кому-то отлично. Это подходит, кто-то кому-то... делает деньги. Да, тут вы и сказали самое главное. Хорошо, переходим к 6-му вопросу.
Как мне очищаться энергетически? Как защищать себя? Какие медитации слушать? Как самой восстанавливаться, лечиться, омолаживаться без хирургии и препаратов? Своей родной энергией Арктура изнутри себя. Запуская ее, как циркулирует кровь по кругу. И прислушайся, визуализируй, прислушайся к этим ощущениям, когда эта энергия циркулирует. Это я просто подсказываю, как ей это легче. Это самая будет. Простая медитация для тебя. Музыка ей при этом не нужна, я думаю, да? Ну, в принципе, это каждый это сам решает. Это не важно. Это не важно. Это важно, музыка. Чтобы ты останавливала свои мысли в медитации. И самое простое для тебя — это чувствовать свою энергию Арктура, как она делает круг внутри твоего тела. Это поможет тебе расслабиться. Хорошо. И я полагаю, это сразу, когда она научится этой энергии запускать ее, только она сможет и себя и защищать автоматически, правильно? Изнутри. Изнутри, конечно. Все твоей идет изнутри. Энергии. Я тоже не перестаю повторять, все идет изнутри, потому что многие понимают и снаружи, и там приходят рептилоиды. Хорошо, омолаживание без хирургии и препаратов, это реально вообще? Визуализация, конечно. Отлично, визуализация. Значит, надо и визуализацию развивать, уважаемая Анастасия. Хорошо, мы закончили здесь, можем дальше переходить. Так, я хочу общаться со своими кураторами и учителями, спрашивать совета и идти уже по той дороге, которая моя. Я хочу на физическом плане через тело понимать, установлена ли связь или нет. Какой будет знак, что мы с вами на связи? Выбери любой знак, который тебе удобно. Это может быть палец. Указательный палец правой руки. Мы всем даем этот совет. Надо просто себе дать команду. Когда контакт установлен, приподнимается палец правой руки. Все. Это работает на 100%. Если, конечно, человек выключит мысли и достигнет этого состояния чистоты альфа. Прекрасный совет. Ой, мы уже столько кураторов здесь видели со всей галактики, поверьте нам. Уважаемая Мализа, эти вопросы повторяются, и мы рады чем-то даже помочь, или не то что поправить вас в том плане, мы не больше вас знаем, просто мы знаем, как это на человеческий язык перевести. У нас мне есть свои... у вас находиться. Присылай. Активная энергия. Благодарю вас. К нам часто приходят учителя и кураторы с Арктуром. Многие даже спросили, могут ли они направлять своих учеников к нам на такие очистки. Мы всегда рады всех, кому мы можем только помочь. Это наша работа. Это прекрасно, потому что я курирую многих арктурианцев на Земле. Постучите к ним. Все находят нас, все, кто хочет найти, обязательно нас находят. Буду знать. Благодарю вас. Всегда очень приятно. Привет вам с Плеяд. Я плеядеянец. Я вижу. Поехали дальше. Итак, с кураторами она может общаться, безусловно, и спрашивать советов, я так полагаю, да? Вот ее вопрос был. Я хочу общаться со своими кураторами и учителями, спрашивать их советы, идти по дороге, которая моя. Я хочу на физическом плане через тело понимать, установлена ли связь. Мы остановились на знаке правой руки, указательный палец. Анастасия теперь его знает. 8-й вопрос. Мой сын. Для чего он мне дан? Кто он? Я не чувствую с ним контакта. Как установить с ним связь и как с ним общаться? Как я уже сказала, ты на Земле, чтобы проявлять эмоции и чувства. Твой сын очень важен на Земле для твоего воплощения, как и любого ребенка. Ты должна понимать его и прощать, что бы он ни сделал. Я уже не говорю о том, что любить. Как мать, ты, конечно же, любишь его по-своему, но его нужно понять и принять. Ну, очень как? Много ваших эмоций и энергий пересекается, дальше будет еще больше. Но ты должна находить компромисс. Вот. Я всегда говорю всем, у кого проблемы с контактом, научитесь договариваться. Первое. И второе. Попытайтесь в первую очередь изменить сначала что-то в себе. Потому что... Здесь нужно договариваться. Здесь нужно принимать и понимать ребенка. Это тоже договор. Это прием, это и есть договор. Здесь надо безоговорочно просто принимать то, как оно есть.
а не ставить условия, я буду любить, если это и это исполнится, ты будешь таким, таким и таким. Вы это и пытались сказать, в принципе. Я сказала то, что сказала, что бы он ни сделал. Прощать. Как родитель, ты должна прощать и принимать это. Иди своим примером показывать ему, как можно быть счастливым. Благодарю вас. Вы закончили, Мализа? Да. Моя личная жизнь. Что мне нужно сделать, чтобы выйти замуж? В каком состоянии важно находиться? Была один раз замужем, развелась. От него есть ребенок. Не уверена, что связь энергетическая с ним прекратилась. Для чего был мне дан этот человек? Если связь не прекратилась, как ты можешь искать кого-то другого? Абсолютно верно. Или отпусти, или верни. Пока место занято, другого не будет. Закон пустоты. Все верно, нельзя сидеть на двух стульях. Тоже есть такое понятие. Конечно, не это. Главное то, что ты должна понимать себя и свои энергии. Не все наверняка могут энергии Арктура, скажем так, люди с низкими вибрациями нормально воспринимать, мне так кажется. Вот, например, плеядианские энергии, они тоже тяжелые, тяжеловатые, и многие чувствуют давление. Когда человек там находится, он чувствует, как будто на него давят, его подавляют и так далее. Может быть, у них связана действительно с этой энергией Арктура, то, что она ей не умеет пользоваться? Что там возможно изменить? Думаю, после того, когда она вспомнила, кто она, все изменится. Замечательно. И энергии, как я уже говорила, будет циркулировать, как кровь. Отлично. Не будем повторяться, мы уже об этом говорили. Последний вопрос у меня остался, уважаемая Мализа. Мне тоже интересен этот вопрос, я не понимаю, что это такое, но может вы объясните. Как мои родовые программы влияют на меня? В чем сила рода и как ее активировать? Есть вообще такое понятие родовые программы и сила рода? Это очень обширный вопрос. То, как оно есть, и то, как вы его понимаете, две разные вещи. Ну, может быть, как-то кратко. Вы уже сказали, что твоя родная энергия – это арктурианские энергии. Сила рода прикована к земле и к твоим прошлым воплощениям, и к твоим родителям и предкам. И касается только земных воплощений. Хорошо. В чем сила рода тогда? Вот как этот вопрос тогда понять? Есть такое понятие сила рода? Если она космическая душа и жила на десятках планет, если не больше. Я уже сказала, что это относится к земным воплощениям. Конечно, только к земным относится. И это может быть вопрос интересен для земных душ. Но она-то космическая душа. Почему вы отбрасываете земные души? Земля – это тоже планета. Я не отбрасываю. Это тоже космическая душа для арктурианцев, например. Земные души – это такие же космические души, рожденные на планете Земля. Благодарю вас. Видите, вот сколько у нас неправильной информации и ложной. И это все вещается. Ой, ладно, хорошо, оставим этот вопрос. Еще один вопрос у меня один есть у вас к вам, уважаемая Мализа. Я знаю, невозможно ответить на такой вопрос. Однозначно, мы уже спрашивали у высшего «я», ни одного спрашивали, и ответы были все разные. Какой процент, если у человека, скажем, одна часть живет на Земле и есть высшее «я», какой этот процент живет на Земле и какой процент находится на уровне высшего «я»? Нет однозначного ответа. Вот, все люди, все души разные. Просто у нас развитие разное. Да, у здесь одного просто высшего «я» 2, 3, 4, даже 5 частиц проживают разные жизни на разных планетах. Верно. Это зависит от осознания и развития души. Конечно, кто-то получает там опыт, а другой получает здесь, а высшее «я» потом собирает весь этот опыт. Это все понятно. Но если исходить из ситуации, что одно высшее «я» и одна копия на Земле. В процентуальном соотношении это же не может быть 75% живущих на Земле, а 25% высшего «я». Или наоборот, 75%... Я же сказала по-разному. По-разному, хорошо. Это зависит от души, зависит от энергии, которая нужна
душе на земле. Но нету таких твердых правил, 75, 25, это все варьируется. Нет. Все, вот это я хотел услышать. Уважаемая Мализа, благодарю вас за эту замечательную встречу, за эти ответы на вопросы. Если вы хотите сейчас, вы можете пропустить энергию Арктура, активировать у Анастасии. Примерно. Я непременно активирую энергию Арктура. Я бы хотела добавить по поводу рода. Будьте любезны, пожалуйста. Если вы хотите использовать энергию рода, использовать энергию рода на Земле, вы должны сами стать примером своему роду. Тогда ниточка не прервется. Вот как. Замечательный совет. Я даже не задумывался над этим никогда. Но нам уже говорили, стань примером своему роду. Уже была такая фраза. Значит, в этом что-то есть. Человек, который задумывается о роде, должен, во-первых, собрать свое родовое дерево, узнать... Найти пазлы эти, да? Узнать весь свой род до определенного колена. Это ответственность, которую он берет на себя. Продолжитель рода. Готов ли он взять эту ответственность? Зависит от вас. Понятно, благодарю вас. Но это никакой не кармический узел или такого плана. То есть это человек добровольно на себя берет какие-то обязательства, правильно? Или есть какие-то программы? Если вы погружаетесь в какую-то определенную тему, вы берете ответственность на себя. Также род, вы начинаете раскапывать свои корни. Дедушки, бабушки, прабабушки. Выстраивается определенная линия с характерами и истории со своей историей. Вся эта информация наносит отпечаток на вас. Я, честно говоря, не совсем понимаю, для чего это нужно. Мы здесь все пришли со своими задачами, со своими проработками, со своими программами, которые нам надо отработать. Если мы еще дополнительно на себя берем какую-то программу рода, лежит ли это вообще в наших планах? Тут, наверное, каждый человек должен сам определять для себя. Я еще раз повторяю, это ответственность. Готовы ли взять ее? Как я и говорила раньше, прежде чем что-то делать, нужно изучать информацию, а потом уже нырять. То же самое с родом. Вы должны изучить историю своего рода, кто кем был, позитивные, негативные стороны. И после этого изучения это может быть наложить определенный отпечаток на вас. Позитивный или негативный. Вы должны иметь определенную энергию, чтобы получать эту информацию. То есть вы должны быть готовы для этого. Отлично. Уважаемая Мализа, мы закончили со всеми вопросами. Если вы их сейчас хотите активировать или что-то другое еще добавить, мы всегда с удовольствием рады будем выслушать. Энергия активирована. Уважаемая Мализа, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате. Все кураторы, все учителя, а здесь были уже практически со всей галактики, наверное. Вот. Все всегда могут у нас получить и получают подарки. Есть ли у вас какое-то определенное желание? Может быть, вам какая-то мыслеформа была бы приятна с Земли? Может быть, какие-то... Вы жили когда-то на Земле, и вам захочется что-то вспомнить, увидеть? Мы любую мыслеформу можем для вас материализовать. Также мы можем вам сделать очень хороший подарок, который на Арктуре тоже уже взяли. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми чистыми ягодами на Земле. 1, 2, 3. Это единственный чистый экологический продукт, который у нас на Земле остался. Мы это называем витаминами нашими, медициной. Если у вас есть желание, мы бы хотели вам преподнести этот подарок в знак благодарности за эту замечательную встречу с вами. Прекрасная корзина, неожиданный подарок. Я благодарю вас. И мы благодарим вас за эту встречу для Анастасии. Я всегда на связи. Благодарю вас, уважаемая Мализа. Примите нашу искреннюю благодарность от меня, от Анастасии, от Веры. Нам очень было приятно с вами общаться. Я не прощаюсь. Я говорю, до скорых встреч. Вселенная маленькая, когда-нибудь увидимся. До скорых встреч. До скорых встреч. И, Верочка, рассинхронизируйся. Ушла Мализа. Хорошо, отлично. Анастасия, как вам встреча с вашим куратором? Все вам понятно?
Она говорит, я такая сильная и полная. Вот. Начинайте работать над собой с завтрашнего дня, заправляйтесь энергиями, поднимайте вибрации, укрепляйте манифест, читайте его. Все у вас есть, сбрасывайте негатив, вы все это умеете. Мои родные энергии, как я могла забыть про них? А, мы все забываем. Это и есть смысл. Нам надо на Земле эти забытые знания найти. Поэтому мы сюда и приходим вспоминать. Вы вспомнили. Поздравляю вас. Хорошо, Верочка, мы закончили работу. Будем возвращать Анастасию. И нам еще надо ее квартиру почистить. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Анастасии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.